Утром пароход высадил нас на пристани города Икс, а сам поплыл дальше. Товарищи призывники, наш священный долг защищать родину и соблюдать правила личной гигиены. Иначе все у нас пойдет через жопу. Поэтому для более эффективного следования в часть мы должны сесть в автобус и проследовать в часть. Совсем и другой человек. Пьяница, мать, горе в семье. Товарищ начальник. Да. А вы помните, что вчера товарища генерала за погону кусили? Не согласен. Что погулять мог, да. Цыгане тем более. Мы должны иметь некоторый гражданский отдых. Но чтобы генерала, да еще за такое место... Нет, отставить! У нас субординация и выслуга лет. За мной!